к берегу. Привет всем. Класс. Тут очень чистая вода. Ты где? В отличие... На пляже. На Петровом пляже. Это Ульяновское. Непосредственно. Старое колесо Лазвиния. Чистая вода. Очень сложно заходить в воду. Потому что камни нужно быть аккуратно. Когда нет волны, это легче делать. Когда много сложно, не видно, куда ступаешь. А что это за рыбка? Покажите рыбку. Сейчас я приближу. Это, наверное, какая-то... Пеленгас. 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 О. А он водится в морской воде? Я вообще-то думала, что это речная рыба. Да. Ловите свой. Итак, завершается сегодня уже наш отдых на пляже. Бердянске, на бетонке, на камнях. Надеялись здесь, что будет тихое море и можно будет поснимать под водой. Но волны немножечко, да, воду сделали мутной. И поэтому мы просто загорали, плавали здесь на камнях. Если вам нравится все, что я снимаю, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана.